изображение террас или веранд – одна из излюбленных пейзажных тем Щедрина, которую он называл «перголота». Увитые виноградными лозами навесы из жердей, опиравшиеся на каменные столбы и балюстрады, являлись характерными приметами неаполитанского побережья. Создавая иллюзию тенистой аллеи, они служили местом, где можно было укрыться от летнего зноя местным жителям и странникам. Как и другие виды перголоты, художник писал с натуры, учитывая особенности освещения. Изображая реально существующий вид, живописец воплотил в нем образ из мятежного края, наделив его романтической возвышенностью. Картины на данный сюжет хранятся в Третьяковской галерее. Терраса в Соренто, веранда, обвитая виноградом, терраса в Пацуоли. В серии своих террас и веранд художник с особенным блеском развернул тему пейзажного интерьера, образованного зеленью и пронизанного светом и воздухом. Композиционно картины близки друг к другу. Первый основной план справа образует терраса, а слева, в просветы между столбами и свисающими с навеса виноградными листьями, виднеется берег моря с выступами скал и высокое безоблачное небо. Террасы населены и служат местом отдыха простолюдинов. Их обитатели неразрывно связаны с окружающим пейзажем, как и природа вокруг, исполнены неги. Расположившись в непринужденных позах, они любуются морскими далями, погружены в послеполуденную дрему или заняты неторопливой беседой. Среди них представлен типаж бродяги, который заинтересовал художника при первом знакомстве с Неаполем. Он, приставив корзину к стене, дрыхнет в ней на солнце или, лежа в ванной, смотрит на всех с презрением. В первую очередь обращает на себя внимание гармоничное состояние природы, преисполненной живой жизни. Щедрин воспевает извечную красоту окружающего мира. Он видит ее проявление в спокойной шире моря, величии скалистых гор и одновременно погружается в уют и человеческое тепло. На данной картине и веранде, обвитой виноградом, художник представил одну и ту же перголу, но в разное время дня. На одной – утром, на второй – в краткое послеполуденное состояние. В утреннем пейзаже солнце еще так низко, что проникает через боковые проемы, ярко освещая землю и бросая длинные четкие тени. Берег погружен в тень. После полуденной композиции свет падает сверху и задерживается зеленью. А там, где солнцу удается пробиться сквозь листву, виден яркий сноп лучей. Оба вида играют большую роль в творчестве пейзажиста, позволяя ему развивать свое умение в передаче световоздушных эффектов. Подобные пейзажи стали своеобразной визитной карточкой художника и пользовались наибольшей популярностью у почитателей его таланта.